Автокреслы детям. Сотрудники областной госавтоинспекции в очередной раз напомнили водителям о необходимости использования удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров. Дети – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. В этом году в авариях пострадали 70 юных пассажиров. Предостеречь вашего ребенка от неприятных последствий поможет автокресло. Позаботьтесь о безопасности ваших детей. Перевозите юных пассажиров в салоне автомобиля при помощи детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Профилактическое мероприятие «Автокресло детям» поддержали общественники. В рейд вышли народные дружинники и родители. Пользу акции отметили и автовладельцы. Я считаю, что такие профилактические мероприятия очень полезны для нашего населения и для маленьких, и для взрослых. Потому что это призывает людей быть более дисциплинированными и заботиться о своих близких, о себе. Рейд показал, граждане знают о правилах перевозки юных пассажиров и используют автокресла. Сотрудники госавтоинспекции призывают всех водителей быть бдительными на дороге.